Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня я буду отвечать на очень часто задаваемый вопрос и расскажу, как его правильно вообще задавать. Девочки милые, кому интересно, накачала я губы или не накачала? Итак, очень часто задают этот вопрос. Первое, что могу сказать, сам по себе вопрос несет в себе негатив. Как вы думаете, как люди, которым задают вопрос, несущий в себе негатив, должны отвечать на подобный вопрос? Конечно же, нет. И, во-первых, это некорректный вопрос, даже в самом смысле этом. Накачанные губы. Что вы подразумеваете под собой накачанные губы? Качают резину, качают шину. Просто я почему этот вопрос говорю, потому что очень многие мои подписчики, которые пишут мне хорошие пожелания там, и так далее, мы общаемся, и тут же вопрос. Можно тебе вопрос? Так очень все корректно. Можно тебе вопрос задать? Так все очень скромно, да, конечно. И тут ты накачала губы. Просто в лоб мне там, а ты дура, грубо говоря, да, или вот ну, что-то вот так вот это связано, это очень грубо. Во-первых, если вы хотите задать этот вопрос, то правильный вопрос задать, делала ли ты что-то со своими губами? Сейчас у нас как делают губы? Делается гиалуронка. Гиалуроновая кислота – это то, что входит в состав нашей вообще кожи. У нас гиалуроновая кислота, я не помню, сколько процентов состоит вообще наша клетка, наша кожа, да? То есть это естественный такой материал, который через какое-то время рассасывается, просто, ну, как бы исходит. Так, есть очень много процедур, которые увлажняют кожу и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, гиалуронкой сейчас делают. И да, и нос можно сделать, но мы же не будем говорить, ты что, накачала нос? Или лицо делают, выравнивают морщинки какие-то, еще что-то. Мы же не будем говорить, ты что, накачала лицо свое? Естественно, это некрасивый и некорректный вопрос. Если вы хотите обидеть человека, то без проблем вы задавайте именно такой вопрос. Но если вы не хотите его обидеть, и вам реально интересно, делала что-то девушка со своими губами или еще с чем-то, то вы просто спрашиваете, делала ли ты что-то? Более того, я не думаю, что это хороший вопрос для того, чтобы задавать в комментариях. Опять же, для тех, кто не хочет там, может быть, обидеть или еще что-то. Потому что многие люди не афишируют эти моменты. У нас типа все модно, натуральное, типа все за естество и так далее, да. Если ты чуть-чуть сделала губы, это вообще ужас какой-то. Ты теперь вся накачанная, не настоящая и так далее. Я уже отвечала на этот вопрос, делала я губы или нет. Да, я делала губы. 3 года назад. Первый раз сделала их вообще в 18-19 лет, когда еще не было гиалуроновой кислоты. Я сделала там непонятно что, но тоже в Москве, в каких-то супер-пупер там салонах и так далее. Я сделала совсем чуть-чуть, то, что даже не видно. Если кто-то разбирается, то это там, я не знаю, полдозы, которые даже не видно, там полшприца делают. Через какое-то время просто эта фигня, которая была у меня там сделана, да, она была сделана не очень качественно, и она, допустим, расформировалась у меня, ну, как бы не очень хорошо, да, и для этого мне пришлось потом делать все время коррекцию, ну, не увеличение губ. Сами свои губы у меня, в принципе, не тонкие для того, чтобы там... Хотя даже если были бы и тонкие, я бы их сделала. И вообще рекомендую тем, у кого тонкие губы, вообще делать губы, потому что губы пухлые, это круто. Я, например, не могу мимо пройти девушки, у которой пухлые классные губы. Конечно, если это перекач, я с вами полностью согласна, да, это может быть некрасиво, но все нужно смотреть относительно. Я считаю, что у меня относительно моего лица, носа и так далее губы абсолютно нормальные. И кто говорит, что у меня большие губы, ну просто вы не видели большие губы, наверное, вам просто не с чем сравнить. А если сравнивают люди со своими, допустим, не губами, у которых нет губ, да, например, то я понимаю, то это просто зависть какая-то, да. Но больше я сейчас обращаюсь именно к тем людям, которые задают этот вопрос, которым действительно интересно знать. Но они не знают, может быть, как это спросить, да. То есть вы просто спрашиваете, делала ты что-то со своими губами или нет. Да, я делала и корректировала постоянно губы, но уже 3 года, как я не корректировала, там уже все практически рассосалось, у меня уже все свое, как бы, да. И что касается еще носа, глаз, скул и так далее, у меня все свое, я ничего не делала. Единственное, на что я осмелилась, да, по силе своей вот страха, это сделать немного губы, потому что я люблю пухлые губы. А что касается вот... ботокса там, не ботокса, а тоже гиалуронку сейчас, да, там делают. Я это боюсь, если честно, смотрю такие процедуры и боюсь. Но я сейчас смотрю, что мне, в принципе, и не нужно.
Я уже, конечно, не молодая, скоро я вам открою секрет, сколько мне лет, но я боюсь эти все процедуры, я боюсь эти все уколы. И только поэтому, может быть, меня там это останавливает. Ну, в принципе, у меня еще неплохие гены. У меня мама тоже очень молодо выглядит и долгое время выглядела еще там вот, да. То есть понятно, что все равно возраст, мы это видим, что стареем и так далее. Но гены хорошие, поэтому мне не приходится ничего делать. Я не делала ни нос, ни скул, ничего такого. Такую хорошенькую мне родила мама. У меня и мама сама красавица. Я когда вам буду показывать фотографии свои, вы увидите. И я надеюсь, я это видео так и назову прям. Я накачала губы. Для того, чтобы всех, кого интересует этот вопрос, просто не пропустили это видео. Зашли и посмотрели. Я вообще, чтобы вы знали, в коррекции носа, губ, щек и так далее, не вижу ничего такого. Я видела много девушек, которые из страшненьких превращались в красивых. У них полностью менялась жизнь. Они находили себе офигенских мужиков, они живут богато, шикуют, их все любят и везде приглашают. Я не вижу в этом ничего плохого. Если человек может изменить свой внутренний мир и полюбить себя, отлично, супер, вы молодец, вы круче вообще. Я восхищаюсь такими людьми, когда полная девушка любит свои, допустим, складки, и все мужчины вокруг их любят. Ну, и ничего здесь не попишешь. И я не скажу этой девушке никогда худей, если она любит и принимает себя такой, какой есть. Ее все вокруг полюбят, и я полюблю. Но, допустим, я люблю вот худых там, да, и я буду стройниться все время и бежать за этой модой, и бежать за этими глянцевыми журналами, потому что мне это больше нравится. И я скорее себя и свое тело, и свою внешность подстрою под модельные какие-то, может быть, стандарты, под какие-то красивые шаблоны, которые нравятся именно мне. И я тогда удовлетворюсь, потому что я не могу себя полюбить, например, если я заплыву где-то жиром там или еще что-то. Каждый выходит из этой ситуации как может. И я считаю, что самое главное, мы не должны судить таких людей. Накачал он губы или не накачал губы, сделал он что-то или не сделал. Во-первых, у людей могут быть разные причины, почему он делает те или иные вещи. Почему он корректирует нос, делает грудь или делает губы. Абсолютно разные причины. И поверьте, если ваша подруга или ваш какой-то родственник немножечко сделал коррекцию чего-то и стал хоть на грамм счастливее, я считаю, что это стоит того. Мы живем один раз, умираем, поверьте, очень быстро. Вы не успеете оглянуться, как ваша жизнь уже вся прошла, а вы не попробовали даже накачать губы. В общем, вот такая моя позиция по этому поводу. Я отношусь к этому легко и просто. 21 век, современные девчонки, пожалуйста, не растите вот с малу, я не знаю, сколько лет, кто пишет мне эти все сообщения, и там, может быть, даже гадкие какие-то. Я, конечно, не обращаю внимания, не переживайте, мои подписчики, мои преданные. Просто не нужно так строго относиться к окружающим вас людям. Главное, чтобы люди были счастливы вокруг. Если они счастливы, то они будут и в мир счастье приносить, и вам будет счастье больше. Вы лучше подумайте, почему вы задаете вопрос этот, и почему вам что-то так не нравится, и почему вас раздражают какие-то пухлые губы. Мы все не идеальны. И поверьте, те, кто пишет эти комментарии, на вас тоже можно посмотреть и кучу недостатков найти. Поэтому не судите и не судимы будете. В общем, все, я выговорилась. Ладно. Я ответила, думаю, на этот вопрос. Если кому-то еще интересны какие-то вопросы, задавайте в комментариях. С вами была я, Селена Свей, и мы с вами увидимся в следующем видео.